Так, ну, понедельник, день тяжелый, начинается у нас со стенда. Витя готов, Денис готов, стенд пока не готов. Прошло полчаса. Все, что мы вчера собрали, разобрали. Смотрите, какое прикольное место. Заходишь в дверки. Бэм, Porsche. Почти Porsche. 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 А там на стенде, смотрите, какая тачка загнута. Это ж просто классика. Хорош. Хотели освежиться? Пожалуйста. Я опять каширю. Витя опять в подвале. Ребята, выехал я из каширы. На стенде у нас обнаружилось, что сцепление сдохло, начало буксовать, и поэтому настроиться у нас не получилось сегодня. Так только какие-то самые основные вещи. Вот. Особенно с учетом того, что у нас большие изменения в моторе. Мы же его заново пересобрали сейчас между этапами. Вот. Важная была настройка, не получилось ее осуществить. Будем, наверное, донастраиваться уже в Питере. Вот. И сейчас держим кулачки, чтобы завтра новое сцепление, которое мы заказали уже, не знаю, давным-давно, месяц или там сколько-то назад, оно завтра должно приехать. Вот. И я надеюсь, что я его заберу, привезу, мы поставим. И главное, знаете что? Что на сцеплении на этом мы отъездили год, и мы постоянно его чекаем. И оно достаточно хорошо себя проявляет. И вообще износ был там, я не знаю, 50% за год. И все было с ним нормально. Вот. И мы на всякий случай месяц назад решили, ну, надо бы заказать запасное, чтобы оно было, вдруг что-то с ним произойдет. Вот. Заказали, и оно должно было прийти неделю назад. Уже прям обещали, что все, вот оно приедет. Но не сложилось. Вот, и оно придет, я надеюсь, что завтра. Вот, а так мы, конечно, должны были его поставить, поехать на новом сцеплении уже на стенд, на Питер и так далее. Но, видите, проблемы с нашими границами, таможнями, и в итоге вот такие ситуации происходят. Так что все сейчас зависит.